А от розкажіть, що трапилося от попереднього разу, чому так це все відбулося? Ну, в прошлый раз ми привезли в Київ підозрюваного в тероризмі Павла Малыша. Нас при этом задержали. Вот, открыли уголовное дело по подозрению в похищении человека. Сегодня подозреваемых в СБУ привез уже лично комбат. Вот, к счастью, обошлось без засад задержания ареста. Ну, будем надеяться, в дальнейшем подобная практика будет проходить все лучше и лучше, без досадных несостыковок и эксцессов. Ну а це звинувачення взагалі зняли? Тобто вже... Это уголовное дело продолжается, экспертизы, следствие идет. То есть это, конечно, парадоксальная ситуация, но я надеюсь, она разрешится благополучно. А причины вот такой? Ну, я не берусь судить. Возможно, имела место несостыковка между силовыми структурами Министерства обороны, МВД, СБУ. Возможно, какие-то люди внутри этих структур настроены на дискредитацию батальона «Айдар» и добровольческих батальонов в частности. Потому что, честно говоря, это довольно сильно подрывает моральный дух, когда ты выполняешь приказы, выполняешь свой долг, вот, а потом тебя начинают уголовно преследовать. Вот. Что-то договорить о солдатах на фронте, которые вообще стреляют, да, и совершают другие подобные немирные вещи, чего тогда им бояться. То есть это все, на мой взгляд, не совсем правильно, но я надеюсь, что все разрешится благополучно. Дякую. Спасибо.